В 2017-2021 годах планируется укрепление материально-технической базы 2200 дошкольных образовательных учреждений, строительство 50 новых, реконструкция 1167 и капитальный ремонт 983 существующих учреждений. Увеличить охват детей дошкольными образовательными учреждениями в 1,5 раза. Снизить размеры родительских взносов в дошкольные образовательные учреждения в сельской местности на 30%. В настоящее время в Узбекистане действует 5048 дошкольных образовательных учреждений.